Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал в парк Сокольники на международную выставку кошек. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Друзья, ну что, я уже в помещении. Давайте пройдемся, посмотрим на кошечек красивых. Вау, посмотрите, какая красивая кошечка лежит. Посмотрите, вау. Привет, привет. Ой, как она лежит красиво, посмотрите. Привет, давай лапку. Давай мне лапочку. Дашь лапку? Нет, не хочешь? Ой, какая красотка. Вот, смотрите, какие красивые лежат. Вау, а здесь кто у нас? А здесь кошечка тоже красивая. Привет! Привет! Отдыхает красоточка. Вау! А здесь котята. Котята отдыхают. Ой-ой-ой-ой. Какой красивый этот кот. Это кот вроде бы. Он дышит. Какой классный кот. Ой, какие красивые кошечки, классненькие. Ой, ой, интересный, интересный костюм. Так, пойдемте дальше. Так, вау. А здесь принцесска. Кс-кс-кс-кс. Принцесска. Здесь принцесска спит. А здесь у нас мейн-куны спят. Ребята, подъем. Ребята, ой, все спят, сонное царство, ой, какие красотки, здесь у нас кто, финцы здесь, друзья, ой, какие красивые, отдыхают, дорога тяжелая была, наверное, красотки. Так, а здесь у нас кто? Здесь рыжий кот какой-то. Привет! 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 Ой, какой красивый! Посмотрите, какой носик длинненький. О. Так, пойдемте дальше. Вау, друзья, посмотрите, какие красивые котята здесь. Тоже спят. О, какие лапулечки беленькие, посмотрите. О, он проснулся. Посмотрите. Ой, какой красивый котеночек. Посмотрите, вот еще третий. Ой, сонное царство у всех. Ой, какие классные, какие классные. О, на выставку приехали, молодцы. Классные. О, а здесь тоже царство. Тоже спят, ну ладненько. Так, а здесь у нас мейн-куны черные. Мейн-куны черные, да? А вы можете показать как бы на своих руках? Сейчас нам покажут, друзья, их поближе. Посмотрите, пожалуйста, какие. Смотрите, какие красивые. Это мальчик, черный дым. Это мальчик, друзья, черный дым. Посмотрите, какой красивый, какой окрас интересный. А расскажите, пожалуйста, немножечко про их породу. Ну, эта порода очень интересная, потому что очень ласковая, несмотря на свои размеры. Очень любознательные, да, готовы всегда играть и познавать весь мир. Вот, очень видите? Легко привыкают. А как они с другими домашними животными? Замечательно. А с детьми как? С детьми. Они очень, опять повторяюсь, любят играть. Поэтому, конечно же, с детьми они очень быстро дружат. Классно, классно. А расскажите, пожалуйста, немножко про ваш питомник. У вас питомник, да? Да, у нас питомник. Монопородный. Мы занимаемся только разведением мейн-кунов. Вау, классно. Вот. Ну, что еще вам сказать? Очень любим этих животных. И очень... им всегда рады. Круто. Спасибо вам большое. Спасибо. И вам спасибо. Хорошего дня вам. Спасибо. Спасибо. Так, друзья, а здесь у нас тоже сонное царство. Это у нас звезда зодиака.
клуб называется «Питомник русских голубых кошек». Вот. Ой, блаженство какое здесь. Смотрите, как блаженство какое. О, ты блаженство у тебя, да? Классно, отдыхает котик, посмотрите. Тоже мейн-куны. Ой, классно. Тут задумался. Привет. Привет. Ладненько. Так, пойдемте дальше. Так, здесь у нас кто? Ой, какая красивая кошечка. А вы где? Спит. Красотка. Спит. Вон там у нас место есть. Пойдемте дальше, друзья. Так, а у нас здесь кто? А здесь у нас бенгальская порода. Моется вот киса сейчас. Привет! Привет! Ой, какая красотка! Какая красотка! А расскажите нам, пожалуйста, про породу и про ваш питомник, если можно, кратко. Порода выведена в 56-м точно году, точно не помню. Встречена с дикой кошкой, да. Питомник называется Леша. Скажите, а как они вот с детьми уживаются, с другими домашними животными? У меня двое детей, и собака у нас есть. Так что никаких вопросов нет. Круто. Они очень ласковые. Нет, ну, конечно, они не как бы, чтобы взять вот и постоянно, чтобы они у вас лежали, такого нет. Это маленькие. Игривые, то есть они, да, игривые. То есть постоянно как бы они иногда вот... А, вон как. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Так, друзья, мы идем дальше. Так, вот здесь вот красивая киса стоит с красивой девушкой. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, нам про вашу кошечку, про вашу породу и про ваш питомник, если можно кратко. Сейчас нам покажу, друзья, кошечку поближе. Ну да. Сейчас, друзья, секундочку. Тут у нас небольшая техническая проблемка. Кошечка боится. Вот. А как кошечку звать? Аннабель. Аннабель, а порода? Британская. Британская. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Пойдемте дальше. Тут рыжий большой мейн-кун отдыхает у нас. Большой красивый кот. Смотрите, какой классный. Отдыхает. Добрый день. Мы... Здравствуйте. Здравствуйте. Я уже все. Вот водичка. Скажи, я не фотогеничен на данном периоде. Ничего страшного. Спасибо большое. Спасибо. Так, пойдем туда дальше. Тут у нас тоже много-много кошечек. Сейчас как вам подойду. Сейчас. Друзья, посмотрите, какие красивые кошечки. И пятнистые, и белые, и рыжие кошечки. Вот играют, веселится. Классные кошечки. Так, пойдемте дальше. А здесь у нас тоже мейн-кун, я так понимаю. Ой, такие классные. Какие классные кошечки. Все попой лежат, все попой. Так, давайте посмотрим здесь. Здесь тоже мейн-куны отдыхают. Это сибиряки. А, сибиряки, да? Мне подсказывают, это сибиряки. Так похоже, что такие, как мейн-куны. Только вот кисточек у них нет, да? Они есть очень маленькие. Они не обязательно. Если мейн-куны обязательно кисточек, то у сибиряков это не обязательно. Они могут быть, а могут быть. А, спасибо, спасибо большое за информацию, спасибо. Так, здесь у нас тоже кисточка красивая. Привет. 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 Ты кто у нас? Как тебя звать? Как тебя звать? Ой, какая красотка. Красивая кисточка. Так, идем дальше. Здесь у нас большой-большой кот. Привет! Ой, какой классный! Такой, с такой красивой мордочкой интересной.
Вон, вот, вот какой красивая мордочка. Серьезная такая мордочка. Вау, пойдемте дальше, друзья. А здесь у нас кто? Какая красивая киса. Какая красивая киса. Ой, какая интересная эта порода. Сибирская, наверное. А здесь кто? Невская маскарад. Невская маскарадна подсказывает. Кися, интервью, пожалуйста, интервью. Не хочет давать интервью, побежала. А расскажите нам, пожалуйста, если можно кратко, о вашей породе. Очень кратко. Русская аборигенная порода. Как давно вы занимаетесь? Ваш питомник? Да, 5 лет. Угу. Я занимаюсь. Классно. Спасибо вам большое. А тут, друзья, тоже есть красивые кисочки. Тут у нас, здесь у нас мейн-кун, я так понимаю, тоже. Киса отдыхает. Пятнистая кисточка. Ой, а ты в уголочке? А ты че прижался в уголочек? Что случилось? Кто тебя обидел? Какой красивый вот уголочек такой. Пойдемте дальше, друзья. Так, а здесь кто у нас? А, сейчас мне подскажут, кто здесь у нас. Расскажите, пожалуйста, про вашу породу и как они уживаются с детьми, как они вообще с другими животными, у них отношения. Ну, с животными они все очень дружелюбные. С попугаями, с собаками, все равно, это очень классная порода, детей не трогают, с них мало шерсти, то есть как раз это. Спасибо большое. Здесь у нас кисы отдыхают уже. Кисы. Классные киски, беленькие, какие-то пепельные. Ой, какой классный котенок. Ой, молодец. Классная киса. Так. А здесь кто у нас? Вау, нифига себе. Да ты киса. А расскажите нам, пожалуйста, если можно, кратко про эту породу и как звать эту прекрасную кису. Бурманская порода, называется Бамбли. Угу. Спасибо большое. Так, пойдемте, друзья, дальше. Вау, посмотрите. И британцы, а здесь у нас киса гуляет вообще. И еще вот вторая здесь, бенгальская вроде бы, да? Угу. Классно. Киса. Веселая такая. А это кто у нас? Это у нас принц. А порода? Британская золотая. Ага. Спасибо большое. Играю. Классные кисы. Ой, какой классный. Да, я вижу, классно. Звездочка. Мили, проснись, бой. Девочка. Это девочка? Это девочка. Девочка. Девочка и мальчик. Миледи. Так, спасибо большое. Спасибо. Так, ну это бенгальские. Веселые такие, классные, красивые, пятнистые. Слушай, я вот того не буду. Так, ладно, пойдем дальше. Тут у нас сибирские отдыхают. Угу.
пойдемте дальше. А здесь у нас большой-большой мейн-кун. Вот отдыхает. Привет! Не хочет сниматься. Ну ладно, отдыхай. Так, идемте дальше. Идемте дальше, друзья. Здесь, значит, продают различную еду для кошечек. Вот выставлен павильончик. Ой, какие классные кисы. Привет. Привет. Ой, какая классная. Шотландские котики написаны. Классно. Ну отдыхайте, ребята, отдыхайте, я вас не буду трогать. Вот, а здесь кто? Девон Рекс. Это не Девон Рекс. А кто? Это Шотланд. А, это Шотланд. Да. Ну какой белый-белый котик. Или киса? Кошечка, говорю. Ой, смотрите, разные глаза. Какие классные глазки. Красиво очень. Да, хочешь интервью? Давай. Молодец, давай. Все, так мало? Давай интервью. Давай интервью, давай. Ты молодец, я знаю. Не хочет. Девон Рекс, вон. На грубе где. А. Так, идемте дальше. Здесь у нас кто? У нас здесь. Так. А кто это у нас, не подскажете? Это британцы. А, это, друзья, британцы. Это британцы. Такие вот веселые позиции. Ага. Короткие и длинношерстные. Здесь находятся. Вот такие красивые. Ой, какие 3,5 месяца. 3,5 месяца. Вот какой красивый котеночек. Это с бестами. Вот это награда ее. Так, друзья, пойдемте дальше. Вау, это мейн-кун такой рыжий. Ой, какой классный кот. Рыжий кот. А здесь у нас британцы, британцы отдыхают. Какие классные. Да какой Тима? Свет, я тебя умоляю. Я сейчас этим продам, и я больше не знаю, как мне. Ну, это чудо. Классно. Я тут раз ходила. Вау, какие классные кошечки. Просила. Привет. Привет. Стартовались на 15, 1300 я говорю. Классный. Классный кисы. Кисы классные. Так, пойдемте дальше, друзья. Так, это у нас тоже мейн-куны, да? Если не ошибаюсь. Или сибиряки это. Я уже запутался. Привет, киса. Киса, привет. Ой, ой, улеглась-то, улеглась. Классный киса. Пойдемте дальше. Так, пойдемте дальше. А здесь у нас сибиряки, да, сибиряки. Тоже спят, отдыхают. Так, а у нас здесь киса спит. Киса спит, ладно, пусть спит. Так, а здесь невские маскарадные котята. Ой, какая красивая порода. Блаженство. Блаженство просто. Так, идемте дальше, друзья. Так, это у нас кто? А, что-то не написано, кто это. Классные кисы. Классно отдыхают. Вот здесь какие красивые кисы. Это рыжий мейн-кун? Да. Вау. Привет. Лапку мне дашь? Дашь мне лапку? Нет, не дает мне лапку. Ну ладно. Так, киса отдыхает, здесь попасть. Так, а здесь кто у нас? Зачем скатить бери, да, это не сила. Вроде бы правильно назвал, не знаю.
Вау, какая мордочка. Привет. Привет. Классно. Ой, какие глазки, какие глазки. Такие глазки у нее красивые. Такие классные вообще. Пушистые-пушистые. Привет, привет. Так, пойдемте дальше, друзья. А здесь у нас египетские. Здесь египетские. Все играются тоже. Селятся. Классные. Так, пойдемте дальше, друзья. Так, здесь у нас турецкая горка. Отдыхает киса. Вот. Такие глазки у нее хитрые. Так, а здесь у нас кто? Турецкая ангора. Тоже отдыхает красиво. Так, я пропустил вот этого большого мейн-куна. А это кто? Охренеть. А сколько ему лет? Вот 4 месяца, друзья. Он еще будет брать. Охренеть. Я в шоке. Привет. Будешь мне давать интервью? Будешь? Будешь что-нибудь мне говорить? Не, не хочешь? Не будешь? А у вас кто там? Тоже Мэнь-кун. Это котята. Вот. Рыжий. Привет, 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 привет. И еще вот темненький. Так, пойдемте дальше, друзья. Так, пойдемте дальше. Пойдемте дальше, друзья. Так, и здесь у нас тоже кошечки. Вау, киса какие. Я вообще уезжала. Тонкинес. Где была моя красавица. Правильно правильно. Старшая дочь без нищих. Вот, она заплатила, ну, на самом деле, она 1000 рублей давала за день. Я говорю, Лиз, тебе нужно 10 тысяч? Так, пойдемте дальше. Вау, это у нас кто? Не знаю, что там написано. Пойдем. Так, дальше идем, дальше, 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 дальше. Так, это у нас кто тоже отдыхает, Киса? Танкинецкий, говорят, танкинецкий, это все. Так, вау! Киса, привет! Привет, Киса! Привет! Так, идемте, друзья, дальше, дальше, друзья, дальше. Ой, что ты хочешь мне сказать? Давай, говори. Давай, говори. Ты же говорила. Ты же говорила, Киса. Так, это у нас мейн-куны. Вау, какие мейн-куны. Рыжие такие вообще, вообще. Это тоже мейн-кун. Отдыхаю, блаженство. Тоже мейн-кун. Пока. Так, у нас здесь тоже киса отдыхает. Вот, смотри. Привет. Привет. Кисочка. Привет. Что-то говорит. Пойдемте дальше. Так, пойдем, друзья, дальше, 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 дальше. Вот, отдыхают. Вот. Так, а здесь у нас тоже кисы. Кисы, я не знаю, как у них порода. Так, пойдемте дальше. Тоже большой мейн-кун здесь. Тут у нас тоже большой мейн-кун.
Привет. Привет. Классный кисы. Так, а здесь у нас питомник 15-16 кошек. Все спят. Все спят. Так, пойдемте, друзья, дальше. Здесь мы натыкаем. Здесь такая вот красивая кошка. Малыш, привет! Привет! Так, здесь тоже пошли мейн-куны, сибиряки. И забыл вот этот пароль. Потихонечку собираемся. Собираемся на... Привет, привет. Зону. Классный, 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 классный. Как ему интересно. Вот. Эти тоже вот смотрят. Классные такие. Он играет там. Ой, какая киса красивая, какая красивая киса. Ой, какая мордочка. Какая мордочка. На отдыхает киса. Сейчас всех покажу. Пойдемте, друзья, дальше. Всем, кто причастен к этому мероприятию. Пойдемте, друзья, дальше. У нас здесь тоже мультик. Вау, какой красивый черный кот. Но... Денис, куда фотографировать надо? Денис, меня зовут. Кто еще фотографирует? Я здесь, я пока Женя, не могу. Можно сфотографировать. Все. Женя, здесь у нас кто? Русские голубые. Русские голубые, подсказывают. Вторая кошка европейского стиля. Вот. Они русские черного типа. Спасибо большое. Катюш, молодец, успела. Так, здесь у нас кто? Марина. Невская маскарадная. Умничка. Ой, платье, платье. Молодец. Мы сейчас будем там везут Тарасенко. Проблемы были. Из Белоруссии выпустили, в России пустили, на выставку не хотят. Ну что, все равно. Всем Владимиру, пожалуйста. Так, стюарды команды. Да. Судьи готовы? Здравствуйте. А что у вас за порода? Слава. Это готовы, судьи? Необыкновенная порода. Танкинес называется. Едеслышная. А расскажите, хорошо, пожалуйста, как они уживаются с детьми, как они вообще вот с другими домашними животными. Где стюарды? Раз. Порода. Нет, тут ты кто? Ты еще мало. Подожди, это постой там рядышком. Сейчас у нас здесь... Так, а где у нас еще стюарды? Ассистенты, ассистенты. Сейчас я вам покажу. Вот интервью дает. В этой породе необыкновенные глаза. Аква называется. Так, хорошо, порода... иди сюда поближе. Это так, еще у нас кто-то. Наташа Сальникова. Гена Сальникова, Наташа. Поэтому ум – это сиам. Добро, ну что, это почти, сейчас Татьяна подойдет. Она спасибо вам большое, спасибо, спасибо. Хорошего вам дня. Спасибо. Спасибо, спасибо вам. Сейчас я покажу вам всех участников этой выставки. Ура! Покажет мне этого вот красивого кота, такого вот большого-большого кота, с такой вот красивой мордочкой, серьезной. Посмотрите, какой он красивый. Ой, какой классный кот. Смотрите, друзья. Ой, какой классный.
Ой, такой серьезный кот. Классный кот. Спасибо большое, спасибо. Вот посмотрите, какая красивая кошка. Кот. А это кот, да? Подскажи, это кот? Да. Вау, какой красивый кот. Номер 40. Номер 40. Номер 40. Друзья, посмотрите, какая красивая кошечка. Вау, какие глазки. Вау, друзья, посмотрите, какая красивая кися играет с стаканчиком. Оценивают это как-то. Пошел, пошел. Вот и за. Ну, что делать, что делать? Как я буду писать? Ты скажи мне, ну как? Делай, делай. Друзья, посмотрите, вот это себе кот. Все красавцы, кота. Ну, если распрямить, то будет где-то 6-7 сантиметров, потому что так это не развернуть. Друзья, нам сейчас покажут эту вот красивую кошку. Она такая большая, такая пушистая-пушистая. Посмотрите, какая красивая киса. Вау! Вот такая классная киса. Классная киса. Очень большая киса. Спасибо большое, спасибо. Друзья, представляете, вот мне девушка рассказала, что этому коту 10 месяцев. Вы представляете? Это вообще... Вообще, это что-то. Охренеть, такой большой кот. Только 10 месяцев. Вообще. Друзья, посмотрите, какой красивый кот. Какая это мордочка, это рысь, так рысь? Да. Охренеть. Вообще, ну ты красава, слушай, ты красава. Серьезно? Охренеть, очень серьезно. И мордочка очень. Друзья, посмотрите, какой красивый таец. Посмотрите, какой красивый таец. Вообще. Какая красивая мордочка, глазки какие. Привет, привет. Будешь передавать? Привет, ты будешь передавать? Ой, красотка. Спасибо. Друзья, сейчас мне покажут бенгала поближе. Вау, посмотрите, какой красивый бенгал. Ой, классный, классный. Ругается. Классный бенгал вообще. Банки повернулся. Классный бенгал вообще. Что случилось? Что? Спасибо большое, спасибо. Друзья, посмотрите, какие красивые кисы стоят. Поплати. Поплати, а мы наоборот. Мы наоборот. Нет, смотришь вниз. Ладно. Точно, видите, какие интересные. Причем известных людей. Поскольку Грей говорит, любить кошечку можно только на ее удовольствие. Верно, мы им служим. Это европейская. Да, мы им служим. Кошка. Мы им служим. Так что, пожалуйста, вот здесь такие свитки. Можете посмотреть, полюбоваться, почитать. Приобрести, конечно. Она очень тяжелая, очень ласковая, добрая, очень любит людей. А мы работаем. Судьи работают. Очень хорошая работа. Спасибо вам большое. Ринги готовятся. Классно. О, как играют. О. Привет. Шаман. Булки ждут. Друзья, мне пока сейчас красиво вот эту вот кису. Вау, посмотрите, какая красивая киса. Ой, какая голенькая такая. Купить что-то сюда. Вообще-то к нам редактора. Они здесь. Спасибо большое, спасибо. А ты у нас работаешь. Друзья, мне покажут сейчас мейн-куна вот такого большого. Смотрите, какой классный кот. Посмотрите, вообще охренеть. Посмотрите. Вау. Охренеть. Видите, какой длинный. Разбирай. О. О. Классный.
не хочет позировать. Интервью, пожалуйста, как вас звать? Не что вы здесь делаете? Классный кот. Спасибо. На пробу дали мне. О, две штуки. Хватит всем. Друзья, посмотрите, какие красивые кисы. Ой, какая лапка, какая лапка. О, шляпку одели, платье одели. Она бестовская, бест взяла, сегодня котят. Красивые, очень красивые. Такая интересная, такая напуганная. Типа, что происходит? Классный. Спасибо. Друзья, посмотрите, мне вытащили такую красивую кису британца. Смотрите, красивая киса. Вот. Красивая киса. Угу. Классно вообще. Спасибо. Друзья, посмотрите, мне жазлы. О, какая киса. Посмотрите, какая красивая киса, друзья. Привет. Да, привет, говори, привет. Интервью, пожалуйста, интервью. Прыгучу. Вот, молодец, давай. Правильно. Молодец. А еще все? Молодец. Друзья, посмотрите, пожалуйста, на эту красивую кису. Посмотрите, какая она красивая. Какая у нее красивая мордочка, миленькая. А глазки какие, а носик. Ой, красотка. Друзья, посмотрите, какая красивая киса. Это длинношерстный британец. А, круто, нифига себе. Годик ему, годик мальчик. Супер. А у вас питомник? Питомник. Расскажите, пожалуйста, немножко про ваш питомник и про эту красивую вот породу, если можно кратко. Питомник называется Мирангел, зарегистрирован в системе ВЦФ. У нас есть кот кремовый и три кошечки длинношерстные. Спасибо вам большое, спасибо. Друзья, сейчас мне покажут такую вот красивую кису, посмотрите, какая она красивая. Вау, посмотрите, какая красивая киса, друзья. Посмотрите, какая красивая. Расскажите, пожалуйста, нам про эту красивую кису. Курильский бобтейл. Аборигенные кошки, которые были завезены на материк с Курильских островов. Спасибо вам большое. Кошки имеют особенность коротких хвостов. Присутствие хвоста обязательно с заломами. Задние лапы намного длиннее. Пошла. 10, спасибо большое, 15, спасибо. 33. Друзья, начался взрослый ринг. Сейчас я покажу всех участников этого ринга. Номер 37. Пройдите в ринговую зону номер 37. Номер 37. Пройдите в ринговую зону. Друзья, итак, начался ринг взрослый. Пришел мейн-кун. Безусловно, я не туда посмотрела. Красного окраса он. Годик, между прочим, ему только. А это значит, что еще тело будет развиваться. Безусловно, очень длинный формат тела. Мейн-куны, они должны быть именно такие. Сильные, высокие, мускулистые конечности и большая... Трапеции, бицы, формы голова. Да, немножко эти подготовились, маловат подиум для этого большого кота. А представляете, когда ему будет 3, 4, 5 лет, какого формата будет тело? Покажи мне голову, друг ты мой красивый.
невзирая на молодость, безусловно, он хорошо сложен, голова, вы видите, с четким переходом от скулы к морде. Достаточно сильная нижняя челюсть и хороший переход от лба к носу. Опушенный. Красивый, большой, мощный кот. И остается только догадываться и завидовать, какой он будет, когда совсем разберется. Ничего себе! Вес. Такой как бы квадратный в профиль. Кто занимался когда-то пуделями, знают эту фигуру. Высокие конечности, достаточно короткое тело. И, безусловно, конечности очень мускулистые. Конечно же, задние выше передних, потому что ну, они как какую-то роль руля уже играют. Конечно, породообразующий признак. Вот этот самый хвостик маленький, хорошо закрученный. Гибкий и подвижный, и, безусловно, очень трогательно смотреть на курейские бактерии, когда они движутся, потому что этот хвост, он плавно качается, ну, в общем, какое-то трогательное такое получается у нас создание. Я хочу отметить, конечно, шикарную его шерсть, очень яркий окрас, красивый, замечательный. Друзья, Рэгдолл пришел. Послушный. По идее, могу я его закинуть там как это на плечо, но не буду. Не буду портить причесочку ему и себе. Но он это все, по идее, должен выдержать, терпеливо снести и даже не возмутиться. Великолепная текстура шерсти. Потом, я тебе потом пойду, если захочешь. Шикарный грудин, настоящий мачо. И великолепный контраст с белым, вы видите. Ну, прямо хочется вам помахать даже, так уж вы старательно снимаете нашего красавчика. Золотистка. Тебе понравилось на рентге? Нет, не очень? Ну, ладно, идите. И это был наш рэкдол. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Друзья, сибирский кот. Все, можно держать его, просто его секрет. Он не злой, он даже... Стойте рядом, стойте рядом, как будет всем спокойнее. Большая голова, округлой формы, с мягким переходом от лба к носу. Конечно, это тоже большой кот, безусловно. Но совершенно другая фигура, другое лицо, другое выражение глаз. Длинный хвост, достаточной длины и пропорции к этому телу. Сейчас покажет нам папа своего замечательного кота. Ну, а я бы с ним сфотографировалась. Спасибо большое. Сибирский кот, друзья. Традиционного, родного нашему сердцу окраса. Хорошо сложен для возраста. Вы видите, у него тоже большая голова. Что это тут за белые пятнышки? Ну ладно, разбираться будем на экспертизе. Хорошо обушен кот. Прекрасный пятнистый рисунок. Великолепная линия профиля и линия скулы. Крупный кот. Даже очень. На чистом случае. На чистом мясе. Да нет, на масле. Как раз на масле. Мама, что делают эти владельцы своими животными? Мама, я не знаю. Но в любом случае, кот, выросший в любви, видно, что он хорошо сложен, по-богатому, да. О, у него большая голова, только ты больше тут и что, чтобы тут не думать, тут пометить нам лицо, потому что голова. Конечно, эту породу нужно поставить и показать, какие у нее конечности маленькие. Кошечка такс. Красиво, кстати говоря, она прокрашена.
достаточно красного в окрасе. Хороший гибкий хвост. И покажи ко мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Мордашку покажи. Нет, ко мне она тоже неплохо относится. А такое поведение не украшай. Берем. Забираем. Ну это была кошка мальчики. Давайте посмотрим. Сибирская кошка, друзья. 2 года 4 месяца ей. Слышена хорошо. Текстура шерсти божественная. Спасибо, спасибо, спасибо за груминг. Безусловно, кошки должны быть на выставке не в той первозданной красоте, которую Боженька им дал, а подготовленные, помытые, расчесанные. Великолепная голова, большая, круглая. Шикарное тело, сильные, мускулистые. Великолепно опушенный хвост, достаточной длины. И необыкновенно яркие, густого, голубого цвета глаза. Красавица! Кошка сибирская. Так, сейчас я гляну ее возраст. 10 месяцев, то есть она еще формируется, но по весу и не скажешь. Тяжелая кошка, плотное очень тело, крепкий костяк, широкая грудная клетка, легкий переход от лба к носу, великолепная линия скул, прекрасная текстура шерсти. Очень яркого, голубого, практически синего цвета глаза и хорошо поставленные уши. Контраст меня радует, как опушен хвост тоже. Прекрасная девочка. Значит, дышится к нам. Ну, хорошо. Никак не покажет, конечно. Ну, вот так, фигуры, вот так, вот так. Можно? Но зато очень хорошо показал свои изящные, высокие конечности. Очень. А, кстати, при всей своей изящности, посмотрите, как хорошо развита мускулатура. Это они только кажутся элегантными, а на самом деле они очень даже сильные кошки. Тело, как я сказала, изящное. Хвост длинный в хорошей пропорции к телу. Ну, наверное, такой вот сейчас момент, когда обуревают страсти весенние, поэтому немножечко исхудал. Вижу я по позвоночнику. Красивый, изящный, элегантный абиссинский кот. Гурманский кот. Номер 82. Вот и 4 месяца ему. Давай перечком вставать. Ну, старший. Крепкий, с хорошо развитой мускулатурой, вижу на конечностях. Шерсть изумительного качества, блестящая, плотно прижатая к телу. Что это за поза? Ты точно кот? Это не течная кошка, нет? Только не упади, дорогой мой, разворачивайся. Прекрасный парень, красивый. Британская кошка белого окраса, 10 месяцев ей. Да подожди, пойдешь туда, дай людям людям попробовать. Посмотрите, как она здорово сложена для своего, ну, такого юного возраста, можно сказать, что там тяжело держать. Да, да, да. Ну, так вы знаете, что британские кошки, да, да, это тоже, между прочим, ну, иногда и чемпионы по весу, это тоже богатыри кошачьего мира. Очень хорошая текстура шерсти, совершенно потрясающая, потому что, ну, я понимаю, что весна, и, естественно, она не такого качества зимнего, но она очень-очень густая, она на самом деле плюшевая, на самом деле подшерсток вровень с покровной шерстью.
Безусловно, у нее великолепный выставочный темперамент. Вы видите, как она хорошо себя показывает. Красоточка. Бурма. Год и 3 месяца ей. Да. Не даешь? Смело идет хозяин. Ага. Саша. Ну, поддержим так. Знаете что, у всех женщин бывают всякие такие проблемные дни. Но зато у нее, да, шикарный голос, потрясающий. Все это, конечно, шуточки, а на самом деле кошка-то классная. Посмотрите на ее мордашку. Совсем не длинную и великолепно наполненную. Посмотрите на ее мощное тело с хорошо развитой мускулатурой. Ну, не устаю повторять, что американцы называют эту породу кирпич, завернутый в шелк. Ну, характер, момент такой, да. То есть я на это даже не акцентирую внимание, потому что мы ее смогли взять, мы ее смогли... Слушай, ну не жри же так уже. Ты же культурная кошка. Следующий наш участник, номер 85, это кошка Девон Рекс. Мурчалку заказывали? Да. Вот сюда, на сцену, да, сейчас. Раз Рекс, значит, шерсть кудрявая. Ну вот честно, она кудрявая в некоторых местах. Опять-таки сезон, к сожалению, большую роль в этом играет, потому что там, где раньше она была хорошо извита, сейчас она сбросила шерсть. Но бывают такие участки тела на ее коже, вы видите, где очень хороший, красивый завиток. Безусловно, яркий, красивый окрас и потрясающий. Широкоскулая, коротковостая голова, наполненная великолепно, с шикарной линией профиля. Эти большие уши, огромные широкие в основании, поставлены и широко, и высоко. Ну вот она такая звезда. Очень красивая девочка, жалко, конечно, к сожалению, что она не имеет. Кошка номер 89, 10 месяцев. Себе забыла. Очень хорошего качества. Огромные зеленые глаза. Именно такого цвета должны быть глаза у этой породы. Прекрасная голова с хорошо наполненными подушечками вибрис. Великолепное тело, достаточно растянутое, элегантное, но при всем при том, конечно же, крепкое. Хороший тон голубого, вполне меня устраивает. И большие глаза, которые поставлены высоко. Ну вот тут нет, говорят, что она вообще первый раз пришла на выставку, но для первого раза она пришла на выставку. Друзья, это все победители. Я вас сразу буду и награждать. Номер
что он не просто британский, он джентльмен. Второе место. И первое место. Ну что, это просто со вторым местом. Второе место, друзья. Первое место, друзья. Главное, одни и те самые, больше чем. Главное, чтобы кошку и приду. Очень большие высоко поставленные уши, хорошее опушение. Овальные глаза, отличный постав, хорошая шелковистая шерсть. Большим количеством подшерстка, летняя, так называемая. Ну, что ты? Это у нас не ринговое поведение, к сожалению. Очень крупный, очень мощный кот с отличными пропорциями, насколько я успела увидеть. Повернись. Отличная форма головы. Хорошая ширина. Черепной части. Переходим к обладу. Отличная длина хвоста. Достаточно высоко поставленные уши, но поскольку он амбура, отличная клиновидная голова, прямой профиль, прямые линии клина, высоко поставленные уши, отличная форма глаз, хорошая длина хвоста, отличная текстура шерсти, точнее отличная структура шерсти, текстура голубой, чисто белый окрас, очень красивая, очень элегантная кошка, ну вот немножко тоже у нас не в настроении. Хорошо выраженные переходы тонов. Хорошая форма головы. Друзья, этот кот занял первое место среди кастратов. Смотрите, какой он красивый. Вы уже видели сегодня? Вот черный мейн-кун с белым пятном. Ой, классный кот, друзья, вообще классный кот. Спасибо большое.